Бери ложку, ешь картошку, не ходи голодной. Как же мы будем идти? Вот на полчастушки, на половину, где мы поем про сербиянку, где она модная, да, мы идем приставным шагом. Знаете, что такое приставной шаг? Раз, два, нет, вперед приставным, не вбок. Вперед. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Пробуем половинки. Давайте еще раз. Раз, два, три. А теперь с частушкой, да? Половинку. Идем, поем. Пошли. Сербиянка, 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 модная. Теперь смотрите, что делает Вася. Он меня за руку не отпускает, держит и разворачивается ко мне лицом и дает мне следующую руку. Попробовали все так. Лицом, нет, девочка лицом. Руку назад делает. Девочка, руку не стоит на месте. Девочка стоит на месте. А мальчик поворачивается. И раскручивает. Вот. Нет. И вот разворачивается. Вернулись обратно, как стояли. Вернулись? Теперь быстро вернулись от нас. Еще раз повернулись. Вот молодцы. Теперь повернулись. А, стойте. Вот взялись, да? И на вторую половину чашки мы просто повернем. Все. Соединяем два элемента. Идем сначала, поем за чашку целиком. Но быстренько поворачиваемся, чтобы успеть. Ставьте равно. Пошли. Сербиянка, сербиянка. Запомнили? Еще раз пробуем? Да. Давай. Сербиянка, сербиянка, сербиянка модная. Бери ложку, ешь картошку, не ходи голодная. Это еще половина только там. Да. Теперь вот, мысленно уже представляете, да, как частушка звучит. Вот теперь еще на первую половину. Мальчик идет вперед, а девочку кружит под рукой. Вот он ее, смотрите, он ее... Нет, не так. Вот сюда, правильно. Он ее к себе разворачивает. Вот он к себе лицом. Нет, той же рукой, которую держит, ее все время за эту руку держит. Дай. И к себе лицом за что? Нет, вы здесь главный. Танцы главные вы. Вот куда вы девочку повернете, да, она и пойдет. Смотри, я хочу покажу. Ты ее поворачивай. А ты что поворачиваешься? Какой парень? Сколько раз кусочек? Два. А вот на вторую половинку мы просто кружим. Как обычно, да? Парень, я уже сначала. Правильно? Готовы? Да. Сербиянка, сербиянка, сербиянка модная. Бери ложку, ешь картошку, не ходи голодная. Дальше. Так. Еще раз.
Они научат. Они научат. Они тебя старее делают. Юра, нет, это ну что, запомнили? Да. Вот, а покажи еще. Камера хитрая штука, можно подсматривать, она когда приближается. Можно лица отдельно рассматривать. Оля, давай отсюда. Потому что я хочу христианство. Вот, это начало нашего отделения рукой народного хора, начало в институте Гнисина, 66-й год. Вот, а у нас это дальше 68-й. Началось с него Днем, кстати, на Лужко, когда все вместе ученики, это и Дмитрий Покровский, они были на нашей земле, здесь, вот я закончила в 78-м году, значит, где-то в 79-м году они были здесь с концертом, это вот старый его состав, они у нас выступали, у нас тогда был зал Дома офицеров, они выступали в зале, мы с ними ездили по концертам, что-то в частях выступали, вот. Ну, не с экспедиции. Потом Кабанов приезжал попозже. И вот мы ездили в Сакмару, но нам ничего не удалось записать. Вот. А, кстати, сейчас вот вы едете в Нижнюю Павловку, а в Сакмаре в это время собирается тоже как бы сейчас вот день пожилого человека, который пожил. Такое слово советское непонятное. То есть песня старинная, да, и люди-носители, те, которые любили петь эту песню. Там у нас есть деревня Беловка, вот в этой Беловке собираются уже, значит, фольклорное отделение в культпросвете у нас образовалось, заочное отделение. И вот одна из учениц этого отделения, она, значит, собирает вот это старшее поколение, и, видимо, будет там какая-то пострадавшая свои. Марин, как они оказались-то? А, у меня оказалось, через Челябинск, наша ученица учится в Челябинске. Она приезжала, говорит, вот Братина, вот такой ансамбль, ну давай слушать эти пленки. Марина на праздниках, наверное, да, пленка-то оказалась. Как у тебя пленка Братина оказалась? Она была брошена. Диск, наверное, в Новосибирске, да? Они потом не досчитали. Я же вам брошено дарил. У меня еще до этого была кассета еще. Ну, то есть вот год прошел, как мы у меня лично, как мы слушаем вот вашу пленку. Ну, уже в репертуаре, ну так еще. Ну, слушать можно там, за столом там, петь можно где-то в компании. Да, в Бугараде. А мне кажется, что у вас в Оренбурге такой потрясающий материал
такие пласты архаические, которые нужно поднимать и исполнять. Вот это будет ваша, так сказать, миссия и предназначение, поднимать местные пласты фольклора. Потому что вот мы с удовольствием, вот мы девушек слушаем перегоду, просто с удовольствием, потому что они представляют на сегодняшний день интереснейшую культуру того места, где они родились, где они выросли. Ну, и... эти песни записаны. Вот это потрясающе интересно для вас. Это вот источник, это она. Большинство. У нас институт искусств, Астраховичи, музыкальный колледж. Раньше это было музыкальное училище. Я преподаватель отделения группного хора. То есть один из предметов – расшифровка, да, народные песни. Вот. Хор, на хоре мы поем. Но, понимаете, я иду по тому, как меня учили, по тому разрезу. И вот те фольклорные коллективы, которые возникают, да, хорошо, если они идут по нашей песне. Но люди наши развлекаются в разные места. И у нас, я хоровик дирижу. Иду по обработкам, по композиторской и по фольклору.